Standards and requirements on animal and plant health are a key component of trade in food products. While the rules ensure the safety and quality of food imports, it is important that the measures do not unduly harm other countries' food exporters. These matters are dealt with under the WTO's Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures. As Uzbekistan gears up to join the WTO, the ITC organized a training series for the country's technical experts and laboratory personnel. Очень давно работаем с Узбекистаном, и очень позитивный момент, что на протяжении последних, допустим, 7 лет было видно, как в Узбекистане сфера фитосанитарии очень сильно развивается. Узбекистан вступил в Международную конвенцию по защите растений. Это очень позитивный факт. В рамках этого проекта мы занимались анализом фитосанитарного риска. Очень важный аспект фитосанитарии, без которого тоже будет очень сложно защитить свои границы от внедрения вредных организмов, которые могут иметь очень серьезные экономические эффекты. И хотелось бы отметить, что компетенция у Узбекистана на очень хорошем уровне. Мен Сайпиева Дилдора Карымжонқызы, өсімдіктер карантині ва химоясы ілми тадқиқот институтида, катта ілми ходим лавозимида ішлейман. Бундан ташқари, худди шу институтда докторант бўлиб ҳам фаолият юритаман. 5 кунлик ўқув семинарида биз ўзимизга керакли бўлган жуда кўплаб маълумотларга эга бўлдик. Яъни шу хориджий мамлакатларда бугунги кунда фитосанитар хавф таҳлили қандай амалга оширилади ва бу шу навбат ўз навбатида Ўзбекистонда қай тарзда амалга оширилмоқда. Мана 5 кун жараёнда бўлиб ўтган семинардан биз келгусида ишларимизда янги Ўзбекистон Республикасига олиб кирилган препаратларни синовларини олиб бориш, буларда қай тартибда фойдаланиш бўйича анча-мунча тушунчага, маълумотларга эга бўлдик. Келгусида бу ҳар бир Ўзбекистон Республикасига кириб келган препаратларни, яъни бу гербитсидми, инсектисидми буларни қай тартибда фойдаланиш qanaqa buni sinov ishlarini olib borish, qanaqa bu kelgusida qo'llash bo'yicha ancha-muncha tushunchalarga ega bo'ldik.